практичный монитор с Full HD разрешением. На распаковке монитор Pinerba с артикулом MF2703AH. Комплект поставки также включает подставку, блок питания, кабель HDMI и документацию. Перед нами простой 27-дюймовый монитор с тонким корпусом и с узкими рамками с трех сторон. Дисплей выполнен на базе IPS-матрицы с Full HD разрешением и частотой обновления в 75 Гц. Время отклика пикселя 5 миллисекунд. Устойчивая подставка с прямоугольным основанием позволяет регулировать угол наклона, высоту и поворачивать экран на 90 градусов. С помощью веса крепления монитор можно разместить на стене или кронштейне. На тыльную сторону корпуса вынесены кнопки управления и настройки, и интерфейсы. Здесь есть современный разъем HDMI и устаревший порт DSAP, так что этот монитор универсален в отношении поддерживаемых видеокарт. Еще модель может похвастаться встроенными динамиками с суммарной мощностью 6 Вт. Что в итоге? Это доступный универсальный монитор с хорошими возможностями регулировки и встроенной акустической системой, которая подойдет для нетребовательных игр или просмотра фильмов.